Перерасчет коммунальных услуг за отопление в домах Химок на совместном контроле депутатского корпуса и городской прокуратуры. Это касается всех адресов, где с наступлением отопительного сезона наблюдались ненормативные перебои. Ситуация, в которой оказались жители целого ряда домов в Химках, пока еще не вошедших в программу модернизации тепловых сетей, вызвала действенную реакцию со стороны депутатского корпуса и прокуратуры. Прокуратура не только совместно с депутатами взяла на контроль работу ТСК «Мосэнерго», но и обязала ресурсоснабжающую организацию пересчитать в сторону уменьшения плату за тепло для тех, кто недополучил эту услугу в соответствии с нормативными показателями. На совместном совещании в прокуратуре городского округа были озвучены и другие меры прокурорского реагирования, которые, я уверен, заставят всех участников выполнить взятые на себя обязательства. Я обратился к химкинскому городскому прокурору Андрееву Денису Владимировичу с просьбой оказать содействие жителям и депутатскому корпусу, которые совместно с председателями Совета домов вынуждены столкнуться с тем, что не все дома, услуга теплоснабжения и горячего водоснабжения была оказана надлежащим образом. В каждом таком случае мы будем требовать и добиваться перерасчета. Химчане не будут платить за то, что они по факту не получали. Химкинские депутаты на постоянной связи с председателями советов домов, регулярно получают оперативную информацию и будут обмениваться ею с органами надзора. Все усилия направлены на то, чтобы наконец тепло поступило во все дома, а для жителей, которые не своевременно получили коммунальные услуги, перерасчет был произведен в обязательном порядке. В случае, если срок отключения коммунальной услуги превысил установленные требования, в любом случае будет поставлен вопрос о проведении перерасчета. И одновременно с этим будет рассмотрен вопрос о привлечении ответственных должностных лиц теплоснабжающей компании, привлечении их к административной ответственности. По информации Мособлъерц, в едином платежном документе за октябрь начисление по отоплению указано в последнем столбце и того. Сюда входят три составляющие – площадь квартиры, объем потребления и тариф. Если перемножить эти значения и сравнить с цифрой в столбце и того, будет видно, на какую сумму снижена плата. Перерасчет за октябрь не отражен в соответствующей графе в связи с тем, что корректировка начислений произведена в текущем периоде. Александр Сергеев, Руслан Сафин, Вильфрид Дымковский. Новости Химки ТВ.